Фізичні навантаження зранку – бадьорість на весь день. А в цьому вас сьогодні переконає Ірина Тернова – майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка світу та Європи, абсолютна чемпіонка України з пауерліфтингу та персональний тренер Ольга Мельниченко. Здравствуйте! Привет! Спасибо, что вы снова с нами, что вы смотрите нашу передачу. И сегодня мы поговорим о самой волнующей мужские сердца и востребованной девчонками зоне женского тела. Это ягодицы. Поможет мне в этом подруга, шикарный тренер Олечка Мельниченко. Хотите такую попу, как у Дженнифер Лопес? Делайте, как мы. Делайте вместе с нами. Итак, поехали. Поехали. Первое, с чего мы начинаем, это приседания. Технику выполнения мы уже показывали в предыдущем сюжете. Сейчас Оленька покажет, акцент сделает на попе, как лучше растянуть. Давай, Оль, поехали. Мы сделаем широкую постановку ног и садимся ниже параллели бедра с полом, чтобы таз был ниже коленок. Олечка, давай. Обратите внимание, во время приседа у нее таз находится ниже уровня коленка. Таким образом, ягодичная мышца больше растягивается. Чем больше растягивается, тем она шикарнее становится. Первое, всегда старайтесь делать именно приседания. Разогрелись, это дает мощнейший выброс. Гормональный всплеск дает приседания со штангой. И уже потом основные тяжелые упражнения делайте первыми. И уже потом изолирующие другие упражнения. Мы сейчас всем вам их расскажем. Следующее упражнение – это выпады. Хочу обратить ваше внимание, что выпады девчонкам лучше делать именно для попы назад. Потому что многие делают, а потом смотрят, почему у меня попа не округляется. А потому что девчонки делают выпады вперед. Обычно это считается мальчуковым вариантом выполнения, чтобы накачать больше квадры. А для попы лучше всего вариант – это выпады назад. При выпадах вы делаете широкий шаг назад, который сохраняет прямые углы впереди стоящей ноги и задней. Оль, давай, выпад. Вот, прямой угол, колено не выходит за носок, почти упирается в пол. Там остается буквально несколько сантиметров до пола. Спина ровная. И встаем. Пяточкой отталкиваемся. Идет назад вдох. Нажимаем пяточку и возвращаемся в исходное положение. Выдох. Вдох. Вернулись, выдох. Смотрите, корпус сохраняет ровное положение. Не забрасываем его назад, не корячимся вперед. Абсолютно все ровно. Сохраняем углы. И тогда ваша попа будет круглая и красивая. Все, хорошо. Кто может, выполняется тягощениями. Кому не под силу пока гантели, работаем с собственным весом. Кто освоил выпады на месте, может переходить на следующий продвинутый уровень выпады в движении. Поехали. Сохраняем корпус ровно и перешагиваем. На каждую ногу, чтобы приходилось минимум 15 шагов. Для начала. Сначала, конечно, без веса, потом берем гантельки, у кого что есть, и вперед, навстречу красивой попе. Следующее упражнение – становая тяга на прямых ногах. Ее всегда надо выполнять в поясе. Одеваем пояс, закрепляем поясничку во избежание травм. Сейчас мы вам покажем технику. Зафиксировали. Подходим к штанге. В пояснице прогиб сохраняем, когда берем штангу. Делаем шаг назад, отходим. Ножки близко. Все. Ножки близко расположены друг к другу, грудь округлена колесом вперед, в поясничном отделе прогиб. В колени слегка, если у вас позволяет растяжка, можете вообще абсолютно ровными держать. Если не позволяет, чуть-чуть можно присогнуть коленко. Больше в коленном суставе движений никаких нету. Идет отведение таза назад. Параллельно с этим гриф штанги движется максимально близко к ноге. По бедрам, коленям, голени вниз уходит. Сколько позволяет растяжка? Вы вталкиваете таз назад, растягиваете ягодичную мышцу и поднимаете до уровня колена. Можете выше не поднимать, потому что дальше будет включать поясница. Растягиваете максимально вниз, до коленка и опять вниз. Представляете, при выполнении этого упражнения... Оля, показывай. Вот. Хорошо. До коленочка и вниз. Можно в полной амплитуде, чтобы постоянно ягодичная мышца находилась.